Здравствуйте, друзья. Разговор пойдет о производительности. Решил запилить такой видосик. Сколько мы можем поставить инстанций, допустим, какого-то тяжелого синтезатора, такого жручего, но хорошего, всеми нами любимого. Например, серума, да, который мы все знаем. Вот здесь пад какой-то, ну, довольно-таки какой-то тут навороченный звук. Вот, ну, такой. И давайте вот посмотрим. Вот компьютер мой здесь, в данном случае. Видите, MacBook Pro 2,6 ГГц, i7, 16 RAM, ну и так далее, на SSD. Вот, в общем-то, мощный компьютер, несмотря на то, что довольно старенький, да. Ну вот, допустим, такие синтезаторы его, в принципе, даже его укладывают. Давайте посмотрим на настройки нашего буфера. Вот, вот на буфере 64 сэмпла, ну то есть задержка. Уже он трещит даже на одной инстанции. Вот мы слышим, да? Вот. Продолжаю, допустим, дублирую. Еще одна инстанция. Вот мы видим, подключается еще ядро. Вот, ну треск идет. В принципе, так работать уже нельзя. Хотя мы видим 3, 4, 5. Ад, извините, потерпите, 6, 7, ну и, наверное, вот он, да. Так, убираем быстренько это все. Посмотрим, что будет, если мы увеличим буфер. Ну, как бы, естественно, будет лучше. Давайте сразу, чтобы не терять времени, поставим буфер, на котором мы максимальный, да, 1024 сэмпла. Вот. И проверим, как здесь. Здесь ничего не трещит, все слышно прекрасно. Ну, давайте считать. 3, 4. По-прежнему загружает. О, вот такие чудеса. Что-то непонятное происходит. Может, вы мне объясните. На пятой инстанции он у меня лег. Может быть, странно. 8 инстанций на буфере 64. Вот такой феномен. Ну, давайте вот, скажем, поставим 512. На этом буфере, в принципе, можно записывать какой-то небыстрый материал. Так, давайте попробуем. Есть, переключились. Вот, пусть с 5 стартанем. Уже потрескивает на 5. Давайте добавляем еще 6. Ничего не меняется, несмотря на то, что мы ставим задержку. Работать с таким синтезатором в больших количествах и применять такие синтезаторы нельзя. То есть в таких случаях нужно поступать так: ну, нравится звук, к примеру, синтезатора, вот настроили, покрутили, вот нажимаем Ctrl-B. Пардон, надо выделить регион, Ctrl-B. Вот, и баунсим этот трек. Bounce in place. Он получился, это аудиорегион, просто волна очень, громкость маленькая, с длинным-длинным хвостом. Ну, это же пад. Вот, и тогда у нас, в общем-то, ничего не происходит. А, пардон, вот этот нужно убрать все-таки.
Нет, вы видите, какой интересный момент. Несмотря на то, что почему-то у нас по-прежнему, если мы выключаем его, вот, то есть если вы его сбаунсили и поставили мьют, он по-прежнему работает. Вот. Поэтому, если вы его не хотите удалять, этот трек, то нужно выключить плагин вот здесь вот. И тогда мы видим, что у нас процессор не нагружен вообще. Вот. А так вот он работает в замьюченном варианте, очень даже хорошо жрет. Ну, на сегодня пока все. Следующее видео короткое будет по плагинам для обработки, не по инструментам. Давайте его выключим. Спасибо большое. До свидания.